Наскільки змінилася медична система в Криму за роки анексії? Що таке соціальне підприємництво і які суспільні проблеми воно може вирішувати? Англійська для військових. Чи є корисним курс з вивчення іноземної мови в рамках програми НАТО з перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців? Про ці важливі та актуальні теми протягом години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас! Нагадую, що працюємо для вас у прямому ефірі. До нашої студії можна телефонувати за номером 0800 50 13 66 і ставити ті запитання, які цікаві саме вам з приводу тих тем, які ми вже сьогодні проанонсували. Розпочинаємо нашу програму і вітаємо першу гостю. Це Євгенія Андріюк, правозахисниця і експертка з міжнародного права. Знаємо, що днями ви з колегами з організації «Кримсос» опублікували звіт, в якому відобразили моніторингову ситуацію з медичним забезпеченням, з медичним обслуговуванням в анексованому Криму. І перше запитання, який період ви досліджували і яким чином вдалося зібрати цю інформацію і зафіксувати факти? Да, період ісследування саме з 2014 року по 2018. І правда, це ті сфери, соціальні сфери, це ті сфери, по яким у нас дуже мало інформації в цілому. І, як правило, основне внимание ми уділяємо тим людям, які підвергаються репресіям, політичним заключеним, тим людям, які від яких можливо цю інформацію дістати. Да, проходять там через пытки, наприклад, да, но ці вопросы касаются там несколько тысяч людей на полуострове. А то, что касается социальной сферы, это, естественно, то, что касается всего населения Крыма и сложность, и в том числе поэтому мало исследований, потому что никак невозможно опираться на статистические данные. К сожалению, все статистические данные – это официальные данные Российской Федерации. И навряд ли им можно доверять. Да, и уверенности в них никакой нету. Даже информация, например, по смертности, статистика расходится в разных источниках информации. Провести хороший такой анализ, опять же, с уверенностью в этих источниках невозможно. Поэтому мы в своем исследовании опирались в первую очередь на интервью с теми людьми, которые работают внутри медицинской сферы, а также с теми людьми, которые проходили там как пациенты по разным каким-то совершенно сферам. Да? То есть, понятно, это довольно ограниченный такой угол зрения, и скорее это больше такой поверхностный обзор из того, что мы сейчас можем делать какие выводы, что изменилось в системе здравоохранения. Основной фокус был в 2014 году. Система здравоохранения России отличается от украинской, и основная идея была посмотреть, что же изменилось после того, как эта система была внедрена в Крыму. И изменилось ли оно в лучшую и в худшую сторону. И, до речі, я думаю, що і нашим глядачам цікаво, і мені так само, наскільки є, чи можна зафіксувати, і чи були зафіксовані, наприклад, випадки ненадання медичного обслуговування у випадку, наприклад, якщо людина не мала паспорта громадянина Російської Федерації. Да, это один из первых выводов, к которому мы приходим, один из первых таких проблемных вопросов. Мы сравнивали состояние с международными стандартами и тем, что какие у России есть международные обязательства. И первое, да, это доступ. В России система, которая есть система медицинского страхования. И да, на самом деле мы отмечаем плюсы, что большинство услуг, которые предоставляются, они являются бесплатными. Но вопрос качества этих услуг и вопрос получения к ним, то есть доступа. Эти медуслуги предоставляются при наличии страхования медицинского полиса СНИЛС, который очень сложно оформить иностранцам, это должен быть постоянный вид на жительство. То есть в связи с этим не у всех людей, у которых нет российского паспорта, есть СНИЛС. Да? То есть вообще в целом иностранцы могут его получить. Но вопрос в том, что это нужно оформить документы, нужно оформить вид на жительство и только потом подаваться на СНИЛС. Но проблема даже не только для иностранцев. Проблема в том, что если человек обращается, у него с собой нет полиса страхования, ему могут отказать в медицинской помощи, точнее по правилам ему как бы должны отказать, и, к сожалению, зафиксированы в том числе случаи смертельными. Смертельный был довольно громкий случай, когда беременной женщине, которая плохо себя чувствовала, у нее была температура большая, у нее не было с собой СНИЛС, ее выгнали фактически на улицу из больницы, спустя несколько дней она умерла из-за непредоставления медицинской помощи. К сожалению, те случаи вот такие вот трагические, о которых мы знаем единичные, скорее всего, их намного больше, но, опять же, люди не говорят о них, либо не знают, как кому рассказывать об этом. Поэтому, да, самый первый вопрос, о котором мы говорим, это фактически
практически возможность физически попасть, потому что если это не государственная система страхования, то есть альтернативно людям, у которых нет полиса страхования, они могут обращаться в частные клиники, но, естественно, это все вопрос оплаты за эти услуги, и поэтому, если ты не можешь уже оплатить, все меньше цифра. И каким-то образом у тебя не туснился, то тебя не примут, да, и вот был, опять же, громкий случай, когда ребенка, который поломал руку, ему не оказали никакой медицинской помощи, потому что у меня не было с собой никаких документов, не было полиса страхования. К сожалению, тут это оказывается на усмотрении самих докторов, врачей, сотрудников медицинской сферы, которые чаще придерживаются правил, чем готовы идти на какие-то уступки. Відразу маємо телефонний дзвінок від наших глядачів. Будь ласка, представтеся, звідки ви, ставте своє запитання нашій гості. Слухаємо вас. Алло. Так. Мене звуть дед Філіп, або Пилип по-українськи, з Вінничини. Так. У мене є така просьба до вас. Будь ласка. Якщо ви зможете, передайте по правах людини, або самі, по цих кримських хлопцях, Сенцов, Балух, Кольченко, в общем, подавайте чим побільше у цей список, щоб внесли туди Путіна, Шойгу. Ми вас почули, дякуємо. Так, ми вас почули. Ну, принаймні, ми знаємо тепер те, що наші глядачі відстежують долі політичних в'язнів і Олега Сенцова, і Володимира Балуха, і багатьох інших, що дійсно теж є певним зворотнім зв'язком і гарним показником. Дякуємо вам за телефонний дзвінок, але він, на жаль, не стосується теми, про яку ми говоримо сьогодні в студії. Отже, медицина в окупованому Криму. І що стосується фактів дискримінації? Чи були також зафіксовані такі випадки, якщо так, то за якими ознаками? Ну, от дискримінація відбувається в основному по тому признаку, про який ми говорили, це тобто громадянство. Это гражданство, и это в целом, да, доступность медицины. Это, в принципе, основное основание из того, что мы знали, других дискриминационных прям признаков, когда отказывали бы из этнической, либо религиозной принадлежности, мы не отмечали. Тут скорее есть тенденция, что те люди, у которых есть какие-то там ограничения, например, из-за там религиозных каких-то норм, соблюдений, то они просто идут в частную клинику, понимая, что им не будет предоставлен должный уровень, да, или это не будет. Но это скорее мы говорим о том, что это неприемлемо для всех групп населения, это может быть, но это как бы не входит, на самом деле, ни один из таких основных вещей. А, до речі, которых... в приватных клиниках с таким, как правило, не стыкаются. Да, ну, то есть частные клиники, на самом деле, вот это одна из интересных тенденций, что то есть другие вещи, которые происходят, это в целом в системе страховой медицинской помощи, она очень забюрократизирована, есть очень четкие стандартные лечения, фактически для любого страхового случая, и это сложная система, когда есть страховые компании, которые выплачивают, покрывают средства, затраченные больницы, они получают деньги из государственного бюджета России. И за счет этого, из-за того, что врачей проверяют страховые, и там потом их дальше проверяют, врачи выбирают придерживаться очень четко этого стандарта лечения. То есть это количество прописанных дней в больнице, например, в больнице можно провести 21 день, и если у человека потом осложнение, то фактически ему будет очень сложно туда попасть, ему нужно попадать только через скорую. Да? То есть, ну, это четко ограниченный объем того, какое лечение может быть, какие препараты могут быть и какую помощь можно предоставить. Если понятно, что каждый случай индивидуальный, и очень редко, когда этих стандартов хватает, и это основная проблема с падением качества предоставляемых медицинских услуг. Опять же, для врачей, если они от этого отступают, вплоть до дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнений, поэтому, естественно, медицинские работники придерживаются чаще всего вот этого стандарта. Со своєрідні такі протоколи, так? Да, и они очень четко прописаны, мы в том числе в отчете там указываем на те болезни, которые покрывает страховка. Абсолютно большинство она покрывает, да, но есть вещи, которые она не покрывает. И в связи с этим, опять же, очень большая забюрократизированность теперь. Для того, чтобы попасть к врачу в Крыму, нужно отстоять сначала очередь в регистрацию, и только потом дают талончик врачу, который, опять же, из-за очень больших очередей, это часто там через несколько недель, через месяц, когда человеку с острыми болями дают талончик через несколько недель. И опять же, вот к вопросу о частной медицине, из-за этого система переходит больше в частный сектор для тех, кто может обязать себе это позволить. И мы там встречаем случаями, когда самые простейшие какие-то операции, например, удаление аденоидов у ребенка, люди идут делать в частную клинику, потому что они понимают, что это будет быстрее, проще, и там хотя бы у них есть какая-то ответственность за качество. Да. Поэтому вот мы видим, что есть серьезные вещи, связанные с системными очень ухудшениями из-за
вот страховой системы. Хотя понятно тем людям, которые могут там сидеть в очередях, да, опять же, я тут подчеркну, что да, есть вещи, что медицинская помощь, правда, предоставляется бесплатно, и это, если есть, да, какие-то позитивные. Тобто, якщо є ця страховка, так, а які страхові внески при цьому сплачують ті, хто хочуть отримати страховку, і наскільки цей механізм взагалі працює? Тобто, якщо людина захворіла, і це страховий випадок, так, і її лікують, тобто надають їй послуги на певну суму коштів, а потім, я так розумію, що ці кошти просто відшкодовуються державою, так? Да, люди самі не платять страхові взноси, це платять роботодателі, тобто це офіційне, як би у нас це було числення фонду защиты, це є офіційним платежем, який спрятан в заробітній платі, і платять їх наниматель. Для людей безробітних це оплачується із бюджету, із місцевих бюджетів, оплачується налог. І, опять же, ісходя із цього, із вот этих вот взносов, которые платятся, и в том числе из дополнительных дотаций с государственного бюджета, эти деньги перечисляются страховым, которые дальше вот, да, то есть системе, о которой вы говорили, да, есть какая-то вещь, которая у каждого медицинского учреждения есть свой еще какой-то бюджет, который им там остается, но проблема, и тут уже это более глубокая проблема самого системы здравоохранения в России, в том, что изначально предполагалась бы конкуренция, должна была быть конкуренция и страховых компаний, и медицинских учреждений. На самом деле этого не происходит. Фактически есть там монополизация. В Крыму это, если я не ошибусь, то это две страховых компании. Может быть, сейчас там уже их стало больше. Ну, то есть, как бы, нет никакой, на самом деле, конкуренции. Идеи, которые закладываются в том, чтобы человек может выбрать более качественные услуги, на самом деле этого нету. И все это скорее привело к большей такой забюрократизированности всей системы. И, по крайней мере, мы это слышали от очень многих и пациентов, и врачей, тех, кого мы интервьюируем, что нету той свободы, которая была, когда Крым был под контролем Украины, когда и пациент может выбрать, и врач может выбрать, и поэтому теряется заинтересованность и такие хоть как-то относительно доверительные отношения между врачом и пациентом, когда есть четкий протокол. И следующая проблема – это в целом нехватка медицинских работников в Крыму. Лекарей в том числе. Так. Да, идет уровень из тренда, что зарплаты, правда, поднялись там в первый год-полтора, дальше они снизились, и в том числе из-за всей вот этой вот системы люди уходят в частные клиники, и это и то, что признают де-факто власти, в том, что идет серьезная нехватка медработников, но де-факто власти признают в целом, например, и определенные недостатки в этой системе, так они сами заявляют, что нужно менять там систему электронной регистрации, систему регистрации талончиков, потому что, ну, очереди такие, что это уже там сложно не замечать. И последний вопрос, это вопрос лекарств. К сожалению, лекарства, которые закупаются и привозятся, они привозятся из России, и качество их, особенно даже по некоторым болезням, оно хуже, чем было при Украине. Тут особая озабоченность и беспокойность вызывает в том числе инфекции, как туберкулез, например, потому что антибиотики, которые используются в России, они ниже уровнем, ниже качеством, чем были в Украине. А туберкулез, как известно, вызывает сама болезнь резистентность к антибиотикам. И это значит, что если болезнь вызывает резистентность, это переходит совершенно в другую форму, которую нужно лечить большим количеством, большим набором антибиотиков. И в России в целом есть инфекция такого мультирезистентного туберкулеза. Пока что, по крайней мере, нет информации, насколько есть рана в Крыму или нет, но это такая российская проблема, признанная на международном уровне, и вот это то, что в том числе дальше, что может развиваться, и точно так же нам говорили о том, что увеличилось количество случаев гепатита, увеличилось количество случаев ВИЧ-инфекции. До речі, щодо СНІДу хотіла запитати, чи, можливо, є такі дані, можливо, щось ви про це чули, щодо забезпеченості саме антиретровірусної терапії? Тут, опять же, довольно сложно сказать, тут скорее вопрос в том, что, потому что из той информации, которая была по официальным запросам, естественно, они говорят о том, что все покрыто и все в порядке. У нас не было доступа, мы не интервьюировали человека, который был бы ВИЧ-позитивным и смог бы рассказать. Довольно сложно найти таких людей в Крыму. Тут скорее та проблема, которая относительно смежная, о которой все знаем, много говорили, это метадоновая терапия для наркозависимых. И это, опять же, та терапия, которая есть в Украине, и все как бы нормально и законно. В России ее нету, она считается там неэффективной, вредоносной. Но, к сожалению, зафиксированы в том числе смертельные случаи в связи с этим резким отказом от метадоновой терапии. Часть людей, которые выходили из наркозависимости с помощью этой терапии, выехали на материковую Украину. Но, к сожалению, опять же, нету точной верифицированной информации, сколько произошло случаев смертельных, сколько людей, опять же, никакой формы заменителя этого нету. Поэтому, опять же, все статистические данные, по которым можно было бы хоть как-то достоверно оценить
оценить, какой уровень эпидемии в Крыму, насколько они поднялись, ухудшились, да, потому что, к сожалению, это выходит уже тогда в системные проблемы, да, где необходимо и вмешательство международного сообщества. Понятно, это сложно что-то делать без согласия России, но чтобы хотя бы оценить, какой масштаб, в том числе в области публичного здравоохранения. И ризику в том числе. А наскільки доступними є послуги приватних клиник? Мы не слышали никаких, и никто не жаловался о том, чтобы не были доступны частные. Этот сектор очень сейчас развивается, и в том числе там некоторые, например, наши собеседники говорят, что, может быть, в том числе это и намерение ухудшать государственный сектор, чтобы развивать частный, потому что, естественно, он очень дорогостоящий. Да. И, по крайней мере, никаких на данный момент там, никаких жалоб мы в наших интервью не слышали, чтобы кто-то жаловался о том, что происходят какие-то проблемы. Но, как бы, второй вариант, которые, как люди делают, это они выезжают сюда на материковую Украину для получения медуслуг. И это большая область и зона, которую нам здесь нужно развивать. И, естественно, в первую очередь делать доступную медицину при жителях оккупированных территорий. В первую очередь это, естественно, приграничных территорий. Это Херсонская область, это Херсон и приграничные районы. Чтобы люди могли вещи. Спокойно выехать и хотя бы там базово даже пройти нормально там медосмотр или там сдать анализы, чтобы это было в относительно комфортных условиях, чтобы люди могли получить ту квалифицированную помощь. Дуже цікаве питання, тому що зараз вже ж у нас теж медична реформа, так, і гроші ходять за пацієнтом. Наскільки складними є ці механізми для того, щоб отримати медичну допомогу саме в Україні, людині, яка мешкає зараз в Криму? Із того, це хороший, на самом деле, такий вопрос, далі, наприклад, розслідування предложить далі, щоб понять, як це тут працює. Ну, можливо, сейчас, відомі якісь випадки. Зараз, як ми знаємо, це, да, звичайно, ну, как бы, єдиничний случай, коли люди приїжджають, і я, по крайній мере, слышала не на случай, люди бы оформлялись в той системе, как в системе медицинской реформы, как сейчас есть. Обычно из того, как это сейчас происходит, это либо та больница, где человек раньше лечился, либо там какие-то знакомые, да, опять же, на платной основе есть, и тогда, когда принимают на безоплатной основе, но чаще все равно это через какой-то контакт, который либо это общественная организация, которая помогает с тем, чтобы тут устроиться. Опять же, к сожалению, нету такого, чтобы была понятная система для крымчан, которые хотят получить медобслуживание здесь, на материке, куда им выезжать, кому обращаться, да, потому что чаще всего у нас это привязано к справке переселенца, и опять же, если человек не планирует выезжать как переселенец, но вот он выезжает за медпомощью, то есть это все значительно усложняется. Опять же, я не слышала случаев, чтобы прям отказывали медицинской помощи крымчанам здесь, но как бы это намного более подготовительно. Про системність, тому що спочатку потрібно підписати договір з лікарем, ну і далі вже за процедурою. Да, ну то есть для этого нужно намного больше времени, и я думаю, что опять же нужен, ну, отдельный специальный подход жителей оккупированных территорий, потому что для них это, ну, это очень актуально. По крайней мере, я думаю, все, у кого есть родственники в Крыму, знают, что первое, что всегда передается в Крым, это лекарства. Это все, что всегда просят, и даже базовый там анальгин, торі, це вже ефект плацебо, але всі завжди кажуть, що от цей працює, а той не працює. Ну, так, є такі звернення, відповідно, є така інформація. І ще одне невеличке питання, що стосується медичного обслуговування при певних місцях несвободи. Це дуже важливо теж обговорити зараз, тому що саме в таких місцях перебувають дуже багато і українців, і кримських татар, і, на жаль, ця проблема є і далі актуальною. Це, мабуть, одна з найсерйозніших речей в цілому во всей сфере здравоохранения. И из-за того, что она такая серьезная, обычно мы ее рассматриваем уже как пытки и негуманное обращение и совершенно выделяем ее отдельно. У нас намного больше информации в Крыму есть 4 места несвободы. Одно это СИЗО, следственный изолятор, досудебный, и еще 2 колонии и 1 колония поселения. И у нас намного больше информации о следственном изоляторе, учитывая, что большинство политических дел, политических заключенных находятся там до суда. Очень мало кто остается отбывать наказание в самом Крыму. То, что мы знаем про Симферопольское СИЗО, это то, что фактически, если человек там заболел, то серьезно, то это может закончиться летальным исходом. Абсолютно все заключенные, с которыми у нас есть связь, абсолютно все говорят о серьезном ухудшении здоровья. Если человек туда попадает хоть как-то здоровый, мне кажется, здесь самый иллюстративный пример, это пример Бекира Дегремежи, который сам уже, будучи непожилым человеком, имея астму, через 2 недели пребывания в СИЗО он попал в реанимацию в критическом состоянии здоровья, да, и провел в реанимацию еще 2 недели. Сейчас он, например, находится в санитарной части, в санчасти СИЗО, что как бы хоть как-то поддерживает его здоровье. Но опять же,
все равно это все очень серьезно. То есть вопрос в том, что медицинская помощь не предоставляется. В лучшем случае, можно, доктор придет, но чаще всего, и опять же, практически ученые, которые находятся, не раз сообщали о случаях, когда просто врачи не приходят, просто когда человеку плохо. И опять же, нет никакой четкой статистики о смертях в СИЗО. И смерти в СИЗО происходят в первую очередь из-за отказов медицинской помощи и не предоставления никакой медицинской помощи. Но это одна из страшных ситуаций, которые... Единственное, как может это, если есть родственники, которые передают. Но опять же, процесс передачи лекарств в СИЗО тоже непростой. Нужны сертификаты. Эти лекарства можно купить только в аптеке, которая находится недалеко от СИЗО. Именно с сертификатами, с чеками, с ценниками. То есть только при таких условиях как бы принимаются лекарственные препараты. Да. Ну, то есть это, опять же, не так просто, что можно принести какие угодно лекарства. Поэтому, правда, в Крыму сейчас это вот самые ужасные места, которые есть. И самое ужасное, что может случиться, это система здравоохранения. И, опять же, вопрос в том, что она не является независимой от Федеральной службы исполнения наказаний. Как бы за это там ни боролись, не говорю, что нужны в этом реформы, она все равно находится внутри ФСИНа. То есть никакой независимой помощи. Тот же самый Бегирдегерменджи, будучи в реанимации, был в наручниках, и при нем стояли и охраняли его полицейские. Но человек в тяжелом критическом состоянии, да, и при этом в такой ситуации. Поэтому, правда, это одна из самых страшных вот вещей, которые происходят. И ситуация в колониях и по колонии поселения така сама, можно сказать, она кардинально не видна. И тут и вопрос как бы институциональный, что нету этой никакой системы, но и вопрос того, что сами люди, да, не хотят это предоставлять. То есть вот и к вопросу слушателей, в первую очередь о голодовке там Олега Сенцова, Владимира Балуха, ведь самое главное вопрос, что у нас, опять же, нет никакой независимой информации, какое у них сейчас состояние здоровья, что им вкалывают, да, как с ним обращаются. То есть у Олега есть там питательная терапия, которую ему корят, что туда входит, как туда входит. Навіть адвокаты не мают такой информации. Да, ни у него, ни у самого нету этой информации о том, какие там, да, что происходит с ними в здоровье. То есть тут очень большой комплекс, который в первую очередь из-за нежелания хоть как-то вообще заботиться о жизни этих людей. Дякуємо вам за цю розмову і за вашу роботу. Будемо говорити ще про ці теми в наступних наших ефірах. І, до речі, що стосується медичної реформи української і прив'язки саме до кримчан, це теж буде однією з тем наших наступних ефірів. Дякуємо вам. Євгенія Андріюк, правозахисниця і експертка з міжнародного права, була гостем нашої студії. Прямого ефіру програми «Важливо про». Зараз ми переходимо на соціальний блок. Дивимося спочатку соціальну рекламу, після чого повернемося до цієї студії вже з новими гостями. Дочекайтеся.